Кто такие феи, ангелы и демоны, или давно посещавшие землю божества, высшая раса на вершине нашей эволюции? Тысячелетия назад повелевающие силами природы создания уже правили нашей галактикой. Сейчас самая неспокойная эпоха. Галактика разделена на множество королевств фей. Разные виды соперничают между собой. Постоянно вспыхивают конфликты разных масштабов в борьбе за влияние. В то же время ведется активное освоение космоса, развитие наук и технологий. Это золотая эпоха для отважных искателей приключений, не боящихся опасности космоса, неизученных миров, дворцовых интриг и космических пиратов. Кто решится в такие времена сделать первый шаг к созданию простого и свободного мира для всех? Мы попытались, но этого недостаточно. Для такой задачи нужно нечто особенное. Или кто-то. Мы знаем, что будет нелегко. И все мы здесь по разным причинам. Но у нас общая цель. Нам только нужен лидер, без страха и сомнений. Я здесь лишь по воле обстоятельств. Но чувствую, что и мой вклад нужен. Я остаюсь. Я не уверена, что ей вообще можно доверять. Она пришелец издалека в нашем мире. Такая ли фея нам нужна? Нынче многие хотят знать, кто из новых капитанов может дать достойную жизнь искателей приключений. Знаю я одну такую. Одну из самых отчаянных среди всех вольных бродяг в нашей галактике. Вообще-то, всегда считала, что я, Феникс, настоящая гроза космоса. Но она просто создана сеять хаос и разрушение. Мне доводилось видеть, как она словно ураган врывается в самое сердце битвы и не оставляет там никого. Сражается, как дьявол. Вдобавок умна и удачна, а ее летучий отряд готов ко всему. Так что, если вы ищете славы и путешествий за сокровищами вселенной, Феерина – ваш капитан. Только запомните, никогда не суйте нос в ее личные дела. Она хранит такие тайны, что даже я их остерегаю. Что бы мы ни делали, я чувствую приближение небывалой бури. И вскоре она накроет всю галактику. У нас всегда будет надежда. Она может умереть только вместе с нами. Мы полетим так быстро и далеко, что нас никто не догонит и не найдет. И мы разберемся со всеми, кто встанет на нашем пути. Нас ждет новый мир, а если мы его не найдем, то создадим сами.